Утром уже намного светлее, но сегодня очень холодно. Минус 19 градусов, то есть уже должны быть плюсы, но пару дней, вот как и обещали, будет морозы. А мы идем в школу. А где Катя-то? Спряталась? Девчонок каждое утро отводим на остановку, на школьный автобус. Катя, быстрее, 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 спешит в школу. Что, хочешь в школу, Катя? Нет, говорит. А ты? Хочешь в школу? Ожог? Да. Да, вроде. Тебе жжется? Да. Катя, вон румяные эти, красные щеки. Кто-то кур продает. Не сушек. Это не реклама. Так оно все уже кончилось сегодня. Уже не 17 февраля. Песок унесешь вообще. Хватит. Я жадный. Остановись. А я так в зубы. Тебя не видно. Так, теперь давай говори, куда ходить, идти. Домой. Наступать. Можно выключать. Я чуть здесь не отморозилась. Серьезно? Да. Так здесь тепло же, что? Ну, 20 градусов всего. Ну, это отлично. Ну, это минус 20. Надо закаляться же. Какой закаляться? Можно даже минус 8, минус 18, в смысле. Нет, нельзя. Предлагаешь мне вот в этих баленьках дома ходить? В
в чем? В бальниках? В валенках. А, в валенках. Катиных. А, ну да, можно, кстати. Спасибо. И в пачке балетной. Господи. Что, не хочешь, что ли? Нет. Это же классно. Это же современно. Да. Ты не знала? Я не разбираюсь в моде современной. Ты сначала одень, а потом посмотришь в комментариях, насколько это современно. Думаешь, люди будут рады? Тут из-за твоей шапки люди пишут, а тут вообще слюнями и зайдутся. Ладно, я попробую. Наверное. Что тут пробовать? Что делать надо? Переодевай. У меня пачки нет, что делать? На ту сторону. Не ори. Не ори на меня. Иди ешь. Ты слышишь? Истребитель. Коза, ты что там, держишь дверь, что ли? А? Ромашка? Нет? Так, держись. Держите. Распределяйте. Сюда можно уже что-нибудь вешать. Так. Опа! Супер! Отлично! Можно вешать сюда одежду. Мне там в прошлый раз говорили, Валь, тебе надо швейную машинку, чтобы все это дело подшивать. Так я ж подшиваю это раз в 5 лет. Неужели у меня там потом эта швейная машина будет просто так лежать? Согласна, вот так вот долго, но швейная машина сейчас хорошая стоит там. Ну, дорого стоит, и будет она там просто так лежать. Но у нас она есть, просто то ли мы не можем освоиться, то ли она не работает. Скорее первый вариант. Да. Так, я тут до 8 марта пытаюсь закончить мебель в нашу спальню. По секрету скажу, что стол я уже сделал, практически он готов. И хочу сейчас подготовить все для тумбочек прикроватных. У меня 2 варианта было, вот этот и вот этот вот. Размеры у них, соответственно, 420 ширина, 360 глубина и 460 высота.
Ну и я взял в интернете вот такой вот дизайн. Будет утапливаться ящичек. Сложность именно в утапливаемом ящичке. Даже нарисовал в натуральном размере на снегу вот такой вот чертежик. Ну вот такого плана будет выглядеть тумбочка. Сверху ниша пустая для чего-нибудь там, для книг или еще для каких-нибудь мелочей. И внизу ящик, соответственно. Хотел в тумбочке, конечно же, использовать ящички старенькие, которые у меня были, но они не подходят. Поэтому их оставляем. И будем делать тумбочки эти с нуля из щитов. Я не решил использовать ДСП. Вот у меня есть щиты 500 мм шириной и разных обрезков тоже достаточно много. Попробую их максимально использовать. Знаю, что ты острое не любишь, но... Но ты мне все время предлагаешь, да? Нет, я все время предлагаю. Не будешь? Ты не любишь острое, но будешь острое. Ну это ж имбирь. Полезно, я знаю, иногда ем, да. Ты как супчик поешь, я тебе могу картошечку с ребрами тоже подогреть. Посмотри, хлеб просто. Конечно. Я вот хотела эти драники приготовить к обеду, но не успела. Значит, надо к приходу девчонки. Это классная штука. Да, я ее тоже люблю. А еще есть? Нет, это остатки. Да, ну, в смысле, закатанные там в кладовке есть. Скажи же, вкусно. Конечно. Баклажаны — это второе мясо. Да? Я думал, грибы — второе мясо. И баклажаны тоже. Приятного деда. Угу. Спасибо. Тебе тоже. Там на улице так солнечно, вот здесь вот смотришь, что это большое окно, так красиво. Хорошо, все подарила. Можно подкинуть еще. СМС-ка пришла. Там наши дети, наверное, первое место выиграли. Они там выступали сегодня. Сейчас как будто у нас здесь тепло. Чем он такой говорит? Там, говорит, маленькая дырочка. Это маленькая дырочка. Комар не проскочит. А большая-то как? Ну что я сделаю, если так я хожу и так делают? Ну, я не помню, либо ты так ходишь, либо теперь устали так делать рабочую одежду. Мне кажется, что... это старые просто нитки используют, и все. Нитки-то у меня вообще бесконечно упругие, хотел сказать, как это, качественные. А вот это вот все непонятно. Я слишком... сильный. Я зацепляюсь, не чтобы посмотреть, надо же ли отцепить, нет, я дергаю, думаю, кто же победит, нитки или я. А теперь, а потом, там дырочка ж маленькая. Зашириши нам, пожалуйста, маленькую дырочку. Да, и там, кстати, еще есть, ну это поменьше, кстати.
Еще больше доклеить? Да. Где она тут? Ну вот, вот. Вот, видишь? Вот, да. Это карман. А, да, ну ладно. Да, нормально все. Там еще на штанах. Ладно. Я тут у тебя этот... Все хочу все это дело подшить, а ты все убегаешь. Еще больше рву. Ну, конечно. Дырочка маленькая там. Ну. Так. Белыми нитками нормально тебе пойдет? Пойдет. Ну, хорошо. Катя куда-то спряталась. Тебя не видно, Катя, да? Ну, половину только не видно. Если ты голову спрятала, это не значит, что тебя не видно. Попа-то торчит. Теперь не видно. Видишь, какой у меня скрытный шов получается? Его почти не видно. Я в этом не понимаю ничего. Это уже женщины, специалисты в этом. Видишь? И потом на этом месте точно вот здесь уже ничего не порвется. Это если только ты рядом где-нибудь прям возьмешь и порвешь. Это очень крепкий шов получается. Отлично. Слава богу. Ну, смотри, рядом нигде не зацепи, а то буду смотреть, кто там крепче, гвоздь или там ткань. Конечно, ткань порвется быстрее. На облаках белогривые лошадки. Целый день у нас сегодня солнышко было, я только вот сейчас к вечеру спряталась. И главное было минус 14 градусов, и когда солнышко поднялось, прям в зените было минус 1 всего. Представляете, 13 градусов разница. Мы, короче, сейчас находимся в беседке, заканчивая наш день. Мы хотим в беседке приготовить плов. Как давно мы не готовили в Казани? С прошлого года. С прошлого года, чем мы уже с будущего вернулся. Короче, мы будем готовить плов, сейчас поджигаем эту нашу печечку, любимую беседки, и готовим вкусняху. Ты делала себе эти куличи-то, которые ты делала? Один. А остальные все сама? Да. Смотри, у тебя из носа прям такой пар идет. Не у меня. Это как из носа этот у змея Горыныча огонь. Нет, из ушей. У него из ушей будет? Не так с твоим носом. А ты знаешь, что ты не так холодно, потому что уже, по-моему, воскресенье у нас. Пришла пора риса. Сейчас будем добавлять. А почему он желтым соусом? Куркуму сразу добавил. Почему он желтым соусом? Куркуму добавил, Катя. Чтобы желтый был. Какой там аппетитненький желтенький цвет уже. Зерва варился где-то минут 20. Много что-то воды, мне кажется. Угу. Ну ладно, посмотрим. Царапа, ты куда залезла? Царапа, ну-ка слезь оттуда. И села. О, лапка тоже села. Очистки крольчихи отдаем. Морковку в плов положили. Очистки надо... Нет, туда не надо кидать, Кать. Они этот... Не надо, пускай. Вот здесь лучше в кормушку клади. Да-да-да. Да, она злится, видишь? Кот. По ушам получишь. Заглядываешь туда. Уйди. Нельзя тут тебе. Будешь, нет? Будешь? Ну попробуй.
Помидорки остренькие. Ой. А ну-ка. Вот это я понимаю. А что, еще никто не попробовал? Я как истинный повар уже попробовал давно. А, ты там еще пробовал? Мы с Катей пришли еще подготовить. Так что пробуйте и говорите. Больно. Сейчас скажем. Больно чего, зубов? Надо Кате с Катей к ортодонту записать. Ой, ну короче. А, здесь помидоры нашинские. И да. Они острые. Они остренькие, потому что вот этот перец острый был. Он как-то назывался там орлиный кокоть или как-то так. Должен быть очень-очень острый. Что, Кать, вкусно говоришь? Сонечка, а ты еще попробовала? Да, как будто... Соль не хватает? Нет, как будто что-то кислое. Ну, в смысле, кислинка. Кислинка? Ну, в приправа такая. Ну, а, может, и барбарис попался. Скорее всего, барбарис попался. Он же такой кисленький немножечко. А нет барбариса. В специи, которые ты добавлял, есть барбарис. Мы еще чеснок добавили туда целый в плов. Но его никто не любит. Значит, его буду только я. Папа. А вот, кстати, хлеб. А, ну мы уже показывали хлеб домашний. Он такой вкусный получился. Приятного аппетита всем. Спасибо большое. Вам тоже приятного аппетита. Я к вам присоединяюсь. Всем пока, говорим. Мы еще потом... Да. На этом у нас деревенский день не заканчивается. Надо еще животных кормить, печь к вечеру затопить. Но всем пока. Да, но на этом все равно с вами прощаемся. Всем пока. Увидимся в следующих видео. Да. Пока-пока. Пока.